Здравствуйте. Сегодня поступил такой вопрос. Хочу научиться играть гаммы, но не знаю, с чего начать. Ну, в общем-то, надо начать с того, чтобы начать. Гаммы — это просто звуки, расположенные друг за другом. Вот, например, на флейте самая лучшая гамма — это фа мажор. Чтобы она точно получилась, нужно нажать вот здесь вот вместо клапана «Си» Си бемоль. То есть поставить палец туда, чтобы он прям сразу на обе попадал. Вот на обе эти кнопочки, скажем так. Вот. Значит, сразу палец сюда ставим. Вообще все пальцы расположили по своим местам. Значит, пятый у нас не нажимается. И вот этих два пальца тоже убираем. Что получается? Нота фа. И поехали открывать пальцы. Фа открыли. Соль осталась. Еще открыли. Ля осталось. Еще открыли. Си бемоль осталось. Не забываем, что здесь у нас палец стоит не на своем месте, а немножко сдвинут на си бемоль. Еще открыли. До осталось. Дальше снова переходим в позицию ре. Ре это когда у нас вот этот пальцы сняты. То есть три пальца не надо нажимать. Это ре. Ре. Дальше вот эти пальцы должны сделать вот так. Это ми. А, еще вот, да. Вот так. Ми. И снова вернулись в исходную точку фа. Только это фа будет уже на октаву выше. Как это на практике звучит? Поставили пальцы, как я объясняла, в ноту фа. И поехали. Чем выше звучание ноты, тем она более наполненная, чуть более, может быть, сильная по воздуху. В общем, слушайте свои ощущения вот в губах и обратно. Сразу обратите внимание, чтобы у вас пальцы вот так от флейты не отгибались. Будут вопросы, спрашивайте.